Добрый день, уважаемые зрители, с вами доктор Константин. Сегодня тема лекции беру касание, ощущение полноты в области груди и грудной клетки. Здесь много ума не надо, следует только взглянуть, как простирается меридиан сердца по нашему с вами телу, также по внутренним органам. Пунктирная линия – это внутренний ход канала меридиана сердца. Вот так вот мы скажем. Вот в каком состоянии, здесь нужно сразу спросить тех, кто страдает этим ощущением полноты, постоянно возникает, либо не постоянно, но редко возникает, и это ощущение полноты может, скажем так, всеразличное состояние дискомфорта принести в эту область. Прежде всего, человек сразу думает, что что-то не так с сердцем, сразу возникает дискомфорт в области легких, бронхиального дерева, в области желудка, пищевода. Конечно, многие люди сразу же обращаются к неврологам, кардиологам, онкологам, как ни странно это звучит, и вертебрологам. Конечно, каждый специалист высказывает свое мнение, ну, и к этому мнению нужно прислушиваться. Восточная медицина нам говорит, а в каком состоянии те меридианы, которые простираются в области груди и грудной полости, которые могут своим дискомфортом, а своей дисфункцией, либо слабостью. Вот представьте, меридиан сердца слабый, в нем нет энергии. Эта энергия не может подняться по меридиану, не может проконтролировать весь на 100% данный меридиан. В данном случае у человека уязвимое место – грудь, грудная полость. Пожалуйста, может появляться частенько сдавливание, либо чувство полноты, которое приведет к тем или иным дискомфортам, каким мы не знаем. Почему? Потому что каждый человек – болезнь одна, а каждый человек болеет по-разному. Потому нельзя сказать точно. Но можно с полной ответственностью сказать, что если вы узнаете, в каком состоянии данный меридиан, он частенько воспаляется, и данная энергетика вот здесь вот останавливается, начинает что? Безобразничать, либо проявлять себя негативно. Либо данный меридиан слабый, вялый, не хватает энергии, чтобы проконтролировать вот эту вот область. То через данную точку S6 инци, данная точка является универсальной, данного меридиана мы будем отдельно о ней говорить, может исправить положение к лучшему. Но мы взяли один меридиан. А здесь, как всегда, мы скажем, диагностика 12 меридианов в помощь. Почему? Потому что не только меридиан сердца контролирует данную область. Давайте возьмем меридиан желчного пузыря, меридиан почек, меридиан желудка, меридиан толстого кишечника, меридиан тонкого кишечника, меридиан тройного обогревателя. Состояние чудесных меридианов переднесерединного, заднесерединного, вот уже мы сколько меридианов перечислили. В каком состоянии данные меридианы? Многие скажут, мы не знаем. Как можно тогда помочь человеку? Да, на первом этапе мы можем методом тонизации данной точки S6 инци помочь человеку, скажем так, избавиться от этого ощущения полноты. Но если это ощущение полноты уже перерастает в хроническое посещение вашей груди, грудной области, грудной клетки, то, пожалуйста, диагностика 12 меридианов и данная информация вам в помощь. Те меридианы нужно восстановить в норму и содержать их в норме. Спасибо за внимание.